Да. Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара. Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Ты все-таки его нашла? Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Невероятно. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал. Лара. О, нет. Нам надо поспешить. Троица скоро поймет, где находится источник. Но мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно.
Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Лара! 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 Ответь! Когда я видел тебя в последний раз, ты была... Черт, Лара! Вот только попробуй мне умереть! После той лавины был только один единственный сигнал. И черт меня дери, это был твой голос. Никаких сомнений. Я уверен, что ты выжила. По крайней мере, после лавины. С тех пор не было ни писка, но я не сдамся. Ты, конечно, просила меня уйти и спрятаться, но... Ты ведь не надеялась, что я тебя брошу? Ладно тебе, ты же меня знаешь. Снова пропаганда. Они захватили Иону и Атлас. Господи, зачем он пошел за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Все еще есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу. Держись, Иона. Я найду тебя.
Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Thank you.
знаю, что мало рассказывал тебе о матери, Лара. Но пока она была с нами, она тебя обожала. Мы втроем были так счастливы. А когда ее не стало, мое сердце разбилось и разбито до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь я найду ответы, которые уймут эту боль. Для меня уже слишком поздно, а другим может пригодиться. Ну вот, я раскис. Не надо было пить на ночь. Спи спокойно, моя милая. Все было из-за нее. Те вопросы о жизни, на которые ты хотел найти ответы. Или это был только предлог? Может, я слишком сильно напоминала тебе ее? Господи, Лара, ты разговариваешь с умершим, а другой умерший. Может, это тебе надо выпить на ночь? Если нас поймают, я скажу, что это ты меня заставил испереть все это барахло. Без обид. Лара, не знаю, слышишь ли ты меня, но я буду продолжать выходить на связь. Здесь происходит что-то странное. Я залез на дерево, чтобы лучше разглядеть долину, и увидел старые здания и людей. Вертолеты привозят разную технику. Должно быть, это троица. Другого объяснения не вижу. Выходит, они нас все-таки обскакали. Я понаблюдал за ними несколько часов и выучил маршруты патрулей. Думаю, смогу проскочить, если подберу нужный момент. У тебя это всегда выходило лучше, чем у меня. Если ты там и слышишь меня, прошу тебя, береги себя. Надо где-то укрыться.
Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иона ждет. Иона. Иона где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет.
но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, Троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не Троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Смотрите в оба. Что, ожидаются гости? Кросс может попытаться освободить пленника. Нам приказано быть настороже. Почему бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет ему язык.
грузовик был перегружен. Мост не выдержал. Да тут все разваливается, только до нас. Будем докладывать? Бестолку. Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали? Трудно сказать. Константин только что приказал всем собираться. Thank you.
что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже до смерти тут надоело. Терпи. Если справимся, перед нами будет открыт весь мир. Старая советская табличка. Наверное, мы не подойдем.
Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто их теперь использует. Вроде да. Бригады... Обрушила на нас целую гробницу. Она для него как бельмо на глаз. Кстати, эта кровь все еще на свободе. Она еще одна им живой? Уже нет. И одна главная боль. Что же они ее не убили, когда была возможность? Она ведь нам пригодилась. Привела нас сюда, да? Думаешь, Троица пыталась ее завербовать? Не наше дело гадать. Нам приказано стрелять на поражение.